Всем привет, всем привет! Я уже много раз говорил на оценках, что нужно копить хотя бы что-то. Кто-то копит ключи, кто-то копит ринги, кто-то копит звезды, кто-то копит рубины, кто-то копит все вместе. Но здесь видео у нас мармелад. Максимка, привет еще раз! Открывает большое количество ключей. Зачем это нужно? Ему нужен расход, который он будет выкручивать. Как вы видели, по самому началу у него осталось 14 волн. Ну и в общем, ключи, которые он накопил, он, конечно, чуть-чуть не дождался и очень сильно хочет себе расход. Как вы знаете, кошмы отнимают очень много расхода. Щиты, аптеки, кто фазы, кто волны. Но вот не осталось ничего у Макса, и он в конце концов решил слиться. Но это видео уникально тем, что здесь буду говорить не только я. Поэтому обязательно смотрим дальше. Здесь зеленые ключи быстро прокрутили, результаты вы видите. А более хорошие, красивые результаты с золотых ключей будут далее. Те, кто до этого момента посмотрел, обязательно прожмите лайк. Ну и, конечно же, скажите, как вам такой формат, когда разговаривают именно два человека. Два человека вместе ведут одно видео. По-моему, прикольно. Всем привет. Сегодня я решил открыть ключики все, которые я купил с экспедиции. Зеленые я открыл только без голоса, а золотые буду открывать с голосом. У нас есть 114 тысяч торнов. Чипов у нас 105 тысяч. Ну, шаулини у нас 10700, и кинетики у нас 8700. Вот, расхода там, я не знаю, сколько чего нападает, но так поставим, посмотрим. Вот, давайте открывать. 2100 торнов. Тут 1050 чипов. 1700 торнов, аптечка, карта. 1900 торнов, 200 звездочек. 3800 торнов и идеальный аркон. 4600 торнов, средний аркон. 2480 торнов, мелкая аптечка и средний аркон. 4400 торнов, аптечка и аркон. 2300 торнов, ну там у меня карты, не знаю, ну их мало было. Вот так, не знаю, интересно вам или нет. Вот, 70 шау, да, 1250 чипов. Вот. 420 торнов, 1450 шау. Мне они как раз очень нужны. 5000 торнов почти. Ой. 1900 торнов. 2100 звездочек, ну это хорошо. 1900 звезд, отлично. 5000 торнов. 2500 торнов. 2500 торнов, идеальный аркон. О, хороший такой. 2400 торнов. 2400 торнов. Ну, средние контейнеры. 68 тысяч к живучести, это мало. 750 шао, как обычные сверхи. 1250 чипов, 2 фаза. 1900 торнов, 2000 торнов, фаз, 2500 генетики, это прям капец, раскачаюсь, о, 2500 звезд, это вообще шик, 2500 торнов, 2500 торнов, стандарт, 2100 торнов, ну звезды падают отлично, 2500 торнов, 2600, 4000 торнов, идеальный аркон. Стандартный на талант. У меня уже их 3 вроде как. Еще сколько переработал. 2200 торнов. 2000 торнов. Ну, это слабый тоже аркон. 2600 торнов. О, идеальные. Ну, кошма и 700 шао это такое. Кошма это, ну, нормально. А шао мне не надо. Лучше бы торны дали. Идеальный аркон, 1900 торнов, 2600 торнов, 2500 торнов, 1000 чипов, 500 торнов, капец, опять шао, 500 торнов,
2600 торнов. Шау опять дают. Зачем оно мне? 1900 торнов. 300 шау. 2000 торнов. 250 шау. 2600 генетики. Это контейнер капец просто. 3000 торнов. 2500 торнов. 1800 торнов. 2500 торнов, 200 звездочек. 2600 генетики. Ну все, это капец, а не контейнеры. 2500 торнов. 1800 торнов, опять идеальный арконный талант. Зачем они мне? 240 звездочек, 2 фазы, 1200 чипов. Ну чипы падают, зашибись. 2500 торнов, опять идеальный аркон, только слаб. У 8500 торнов, это отлично. Там вот такого не было. 2300 торнов. И последний. 2375 торнов. Идеальный аркон. Торнов у нас получилось 232 тысячи. Всего вместе. Чипов 126 тысяч. Ну, по фазам, по аптечкам, вот так, по счетам. Ну, шау нам выпало 13 тысяч. Генетики нам выпало 12 тысяч. Ну, почти все одинаково. Арконов. Ну, как я искал, вот на талант у меня капец их. По картам у нас, ну, кошмы можно пилить. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте доку лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.